Вышел указ главы республики о модернизации системы подготовки спортивного резерва. Особое внимание будет уделено олимпийским видам спорта. Речь в том числе идет о развитии бадминтона. Для этого в эти дни пригласили в Якутск тренера ЦСКА по бадминтону Вячеслава Никишина. Мастер спорта здесь для того, чтобы создать филиалы и федерацию бадминтона в республике. Скорее всего, что приеду, и будем поднимать этот вид спорта, олимпийский вид спорта, бадминтон. За моей спиной вы сейчас видите волейбол. Я надеюсь, что скоро будет столько же народу заинтересованных в бадминтоне. Получается так, что мы будем с нуля поднимать этот вид спорта. Я надеюсь, что жители города, жители Якутска и жители вообще Республики Саха заинтересуются в этом виде спорта. И будем продвигать. И надеюсь, что через несколько лет мы покажем хороший результат в турнирах и вообще в мировом рейтинге. Вот такие планы на будущее.